Высокая концентрация стильных красоток на квадратный метр в Гагарин Резиденс отмечается впервые. Это открытие студии Bella Pro райского уголка в зимнем Челябинском лесу. Все мы не ангелы, но у нас теперь свой рай есть. Формат студии – все виды эпиляции – шугаринг, лазерная и электро. Но это техническая составляющая проекта. Есть еще и эмоциональная. Они попадают как будто бы в тропики. Покачались на качелях, посидели, попили кофе. Мы хотели создать зону отдыха для всех. Большая зона мастер-классов, мы можем обучать тоже всем этим процедурам. Мы приходим сюда как домой, хотя новое очень место. И, естественно, мы знали, что будет все шикарно, но не ожидали, что будет настолько шикарно. Я, правда, специально не приходила на стройку, не приходила, когда был предварительный какой-то результат. Я просто хотела прийти и вот так вот... И реально так и было. Я ухожу всегда с отличным настроением, с морем позитива и энергии. Видели уже все на фотографиях, хоть как-то, но вживую это все еще более масштабно, еще более красиво. Я считаю, должны быть такие места, где есть все. Это идеально для работающей мамы. Здесь все пропитано теплотой и позитивом. И все продумано тщательнейшим образом, начиная от интерьера, заканчивая подбором команды. Люди приходят с разным настроением, после работы, уставшие. Энергетика очень важна. То есть нужно, главное, самое главное, расположить клиента к себе. Каждому клиенту, конечно, свой подход. Специалист должен проконсультировать. И медицинское оборудование также очень важно. Обаятельные бизнес-леди такие разные, но их мысли и чувства в отношении любимого проекта совпадают даже в мелочах. Катя, она вот прям душа, вот это все красота, суперсервис, то есть она все это оттачивает, а я такая, все, внедряем, классно. Ей попался такой партнер, как я, то есть у нас Даша огонь, а я вода, и мы вот так очень идеально друг к другу подходим. Все единодушно, мы спорили вдвоем с дизайнером, с рабочими, но... С друг другом вообще нет, у нас прям вот одно видение. Мы даже если что-нибудь боимся, мне не нравится, но еще не знаю мнение Кати, и такая начинаю мягко. Слушай, ну может, я тебе тоже хотела это сказать, мне тоже это не нравится. И то есть вот в плане создания студии все было обоюдно. То есть даже спрашивают, кто придумал, мы в один голос говорим вместе. Число гостей вечеринки насчитывает несколько сотен. Все друзья и знакомые. Мы знакомы с Дарьей очень давно, начиная с самого первого ее дня работы. Наконец-то те масштабы, которых Даша достойна. Классно, когда люди проходят весь бизнес с самого начала. Ты понимаешь, что они знают все нюансы, все тонкости. Ты можешь довериться, потому что человек не просто купил франшизу. Он знает этот бизнес вес. И ты знаешь, что если ты к нему пошел, то ты получишь услуги на самом высоком уровне. Поэтому я за Дашу искренне рада. Она большой трудоголик, и это просто логичное продолжение ее дела. Мне кажется, что это соответствует сейчас всем современным тенденциям и является реально крутым, модным, настоящим, правильным бизнесом. Так, именно так и должно быть. Клиент должен наслаждаться, отдыхать, не только получать качественную услугу, хотя и это встретить не так уж легко. Но здесь действительно райское местечко, и я думаю, девчонки будут здесь зависать просто так, даже вне процедур. И будем устраивать здесь вечеринки и фотографироваться, очень много крутейших фотозон, так что все реально очень-очень круто. Хорошее начало – половина дела. Горы творческих планов, бьюти-идей, море позитивных эмоций, гладких тел и довольных девушек – все это в ближайшем будущем. А пока песня. Oh,